Владимира Сергеевича Дашкевича. Была написана песенка для кинофильма, но в кинофильм она не вошла. «Сказочка» называется. Король ушел на пенсию, отставлен от двора. Сменить свою профессию пришла ему пора. От трона королевского он обалдел сполна. И тут не спросишь ни с кого, такие времена тогда. И тут не спросишь ни с кого, такие времена. Король ушел на пенсию под дудку и свирель, и завершилась песнею вся эта канитель. Кричит в восторге публика, таращит мир глаза. Да здравствует республика, такие чудеса. Да здравствует республика, такие чудеса. Нет карнавала радостней, но в той толпе, как врос, стоит тиранчик завтрашний, засунув пальчик в нос.